Сделано в Северном Казахстане. Отечественные комбайны впервые вышли на поля. Как убирает хлеб петропавловская сельхозтехника «Сампа Азия», расскажет Денис Сивков. Завод «Казтехмаш» прощается со своими первенцами. Комбайны с торговой маркой, сделанные в Северном Казахстане, отправляются на уборочную кампанию. Комфортные, экономичные и мобильные. Этой новой сельхозтехники фирмы «Сампа Азии» нет аналогов в мире, говорят производители. Финский двигатель мощностью 260 лошадиных сил и длинная жатка позволят ускорить уборку урожая. Несколько часов в пути, и наши «Сампа» продемонстрируют свои технические возможности. Аскер Молдабаев работает механизатором 5 лет. За это время управлял разными комбайнами. А потому, говорит, ему есть с чем сравнивать новую технику. «Сампа Азия» оснащен бортовым компьютером, он контролирует основные технологические процессы и имеет надежную систему безопасности. А еще благодаря тому, что решета находится под углом, обмолот идет без потерь, рассказывает Аскер. Расход топлива по минимуму, бункер у него 8,2 идет. Жатка у него уже другая идет, 9-метровая. Ту работу, которую выполняли раньше, сейчас на этом комбайне более лучше и быстрее выполняется. Только за 4 часа 5 комбайнов «Сампа Азия» скосили на поле 80 гектаров зерновых. Все эти машины на балансе ТОО «Солтусты Кокжар МТС». Приобрели их в лизинг. Согласно поручению Акимобласти, на базе акционерного общества СПК «Солтустык» создана товарищество с ограниченной ответственностью «Солтустык Кокжар МТС». Деятельность данного товарищества направлена на оказание услуг сельхозформирований. Комбайны мобильные, жатка идет в два направления, то есть прямое комбайнирование и скашивание, что позволяет, несмотря на наши погодные условия, быстрее закончить уборочную кампанию. Всего с начала года на заводе «Казтехмаш» выпустили 24 таких комбайна. В планах до конца года произвести почти столько же. Денис Сивков, Владимир Боровков, Тимур Ахматуллин. Новости МТРК.